На полигоне гвардейский в Жамбылской области стартовал конкурс «Мастера артиллерийского огня». В нем принимает участие 9 команд из разных стран мира. Открылся состязание. Первый этап конкурса – индивидуальная гонка. По состоявшейся накануне жеребьевке первыми в индивидуальной гонке стартовали военнослужащие вооруженных сил Казахстана. Они совершают заезд на многоцелевых тягачах, окрашенных в синий цвет. В составе экипажа 5 военнослужащих – командир расчета, наводчик, зарядный, снарядный и механик-водитель. Возглавляет первый минометный расчет старший сержант Габит Даулетов. По команде полевого арбитра на линии старта минометный расчет занимает свои места в тягаче по-боевому. После того, как главный судья дает команду на выполнение упражнения и минометный расчет начинает движение, включается отсчет времени. Время пошло, и командам предстоит преодолеть 4 километра трассы. Это 2 круга по 2 километра каждый. Змейка и колейный проход в минно-взрывных заграждениях – это первые препятствия на пути тягача. Механик-водитель должен постараться проехать эти препятствия так, чтобы не задеть ни один столб, не наехать ни на одну мину. На первом рубеже открытия огня – выполнение стрельбы из пулемета ПКТ. Следующая огневая позиция – это стрельба из миномета. Мишень – это круг диаметром 15 метров, вон там, далеко в горах. Дальность стрельбы – 1-2 километра. Задача расчета – обеспечить максимально точное попадание снаряда в цель. Ошибки и неточности могут стоить дорого. Завершается движение минометного расчета на первом круге преодолением препятствий «Холм» и «Колейный мост». Оба препятствия сложны для новичков, но не для профессионалов. А на конкурс «Мастера артиллерийского огня» прибыли, как известно, лучшие минометные расчеты. Второй круг по огневым задачам и маршруту аналогичен первому. Но теперь исключается стрельба из пулемета, зато добавляется стрельба из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7 и автомата Калашникова. При преодолении колейного моста механику-водителю важно не потерять скорость и при этом обеспечить безопасность экипажа. За все отклонения от правил конкурса предусматриваются штрафы. По итогам состязаний первых минометных расчетов с лучшим временным показателем выступили казахстанские артиллеристы, успешно преодолев все препятствия и выполнив огневые задачи. Второй результат – у российских военнослужащих. Также в тройку лидеров вошли белорусские минометчики. Но это состязание только первых минометных расчетов. Через день на старт выйдут вторые минометные расчеты, и общая картина за весь этап индивидуальной гонки станет ясна только после обобщения результатов заездов 2 минометных расчетов каждой команды. Дина Мухаринова, Максат Джексебек, Жумат Базаркул. Специально для 77 ТВ из гвардейского гарнизона.